Отцы, как много вложил в это слово Творец заботливый, благой. Глава семьи, всегда готов он от сердца жертвовать собой. Являйте, дети, уважение, дарите радости отцу. За вас ведет отец сражение и даст отчет за вас Творцу. Как говорит нам всем Писание, венцами будьте для отцов. Вам будет благо воздаянием от Господа, кто есть любовь.